Друзья, всем доброе утро. Ну вот, наконец свершилась автодорожная арка в пути. Она преодолевает морской участок пути к фарватерным опорам. Я вас с этим поздравляю. Коротко об арке. Длина 227 метров, высота 45 метров. Ширина по стяжке 30 метров и 15 метров верхней точки. Общий вес около 5000 тонн. Видите, она немножко легче, чем железнодорожная арка. Цвет сигнальный белый. Конструктив арки с жесткой стяжкой предназначен для пропуска 4 полос движения, включая полосы безопасности. Ширина проезжей части, включая полосы безопасности, 23 метра. Так что вот такие вот дела. Посмотрите, какая она красивая. И какой у нее замечательный путь на рассвете в Керченском проливе. Еще раз пожелаем всем участникам операции хорошей погоды и чтобы вся техника сработала именно так, как надо. Спасибо, что смотрите канал «Капитан Крым». Жду ваших комментариев, ставьте лайки. В этом ролике пусть лайки будут арки поставлены. Подписывайтесь на канал. И вместе с вами ждем новой информации. Всех поздравляю!